Президент ответил, что мы сволочи, мы не хотим продать свое жилье. Начнем с малого. Возможно, таким принципом руководствовались люди, которые сегодня снесли надворные постройки у исторического здания на Вавилова, 16. Истцом в споре о сносе этих построек выступила администрация Фрунзенского района. По решению суда необходимо вот этот участок земли, который находится за моей стеной, освободить от находящихся там строений. Если быть точным, то формулировка суда такая. Устранить препятствия в пользовании земельным участком, указан какой земельный участок, путем демонтирования деревянных строений, находящихся на этом участке. Напомним, дом на Вавилова, 16, признан аварийным. И по информации в СМИ, на его территорию претендует строительная компания «Саарград». Она, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к депутату Саратовской областной думы Сергею Курихину. Что характерно, технику для сноса сараев предоставила его строительная компания. Однако само здание сносить в силу его исторической ценности нельзя, но и реставрировать его никто не торопит. А по словам местных жителей, за копейки продавать свои квартиры Саарграду они не хотят. Возможно, ожидание, когда дом рухнет сам по себе, выгоднее бизнесу и городской власти, но совсем не жителям этого дома. Роман Козлов, Анатолий Милосердов, Открытый канал.